Когда наверены тебе территории неспокойно. У нас много висяков. Давайте будем думать, как поправить статистику. Когда каждый день происходит преступление. Ребят, ну я не знаю больше, к кому обратиться, помогите. Разберемся, присядьте. Начальник уголовного розыска Попов Денис Михайлович. Попов очень сложный человек. Комиссия не выяснила. Когда ты можешь доверять только своим людям. За базаром следите. Еще раз такой фокус выкинешь, с дежурства не слезешь, понял? Шеф, все будет окей. Я тебя засажу! Рот закрой! Ты горлю ты. Работа у меня такая. Когда даже преступники в погонах боятся тебя. Я не понял, ты решил сунуть нос в чужие дела? Чужие они пока меня не касаются. Я хотел с тобой по-хорошему. Ты это знаешь. Но войну начал ты. Попов, тебе не жить. Никому не удастся скрыться от них. Потому что поимка преступника для них – это дело чести. Если меня начальство порвет, я тебя порву. Удивляешься, что тобой все недовольны? Вообще-то я не удивляюсь. Розыск. Скоро на ТВ-РУС.